Танцы под открытым небом. Второй год в Петропавловске работает ретро-площадка «Поющий Петропавловск». В этом году такая появилась и в Парке Победы. Кристина Горбаченко расскажет, пользуются ли популярностью у горожан уличные дискотеки. Надежда Курченкова эти вечера никогда не пропускает. На танцплощадку приходит либо одна, либо с друзьями. Сегодня она в паре с Владимиром Траменшлейгером. Вместе кружатся в вальсе и танцуют под динамичную музыку. Живу около Парка Победы, хожу туда и хожу сюда. В пятницу могу сюда, в субботу туда. Хожу давно, все это мне нравится. На танцплощадку приходят не только представители старшего поколения, но и молодежь. Здесь звучат хиты прошлых лет и выступают творческие коллективы. В этот раз на сцене школа танцев «Бруклин». Солисты Бахыт Ильясов, Адильхан Каримов, Нуржан Асылхан и Айгерим Куанышева. Детство на белом свете, там, где всегда мороз, тут со стеной медведи, а земную. Работает площадка «Поющий Петропавловск» с июня. Потанцевать горожане и гости областного центра могут в Центральном парке или в Парке Победы каждую неделю по пятницам и субботам с 6 до 8 вечера. Каждую пятницу и субботу хожу на это мероприятие. После работы танцую. Мне нравится. Люди приходят пообщаться, музыку послушать и подвигаться. Это моя зарядка. Поэтому я получаю столько удовольствия. Такие уличные дискотеки будут работать до 1 октября. Александра Соломина, Кристина Горбаченко, Казбек Рыкбаев. Новости МТРК.